Мы находимся в зоне отдыха, жара невыносимая. Очень хочется поплавать, но купальный сезон закрыт еще с пятницы. Посмотрим, останавливает ли это абаканцев. Оказалось, не останавливает. Но купающихся немного. Люди в основном загорают или просто купаются. Водичка прохладная, но в принципе на улице жарко. Поэтому, когда вылазишь, уже не холодно. Сегодня уже 20 августа, но солнышко еще жаркое, и хочется поймать последний день лета. Заинтересовал нас мужчина, который возился с аквалангом. Оказалось, он спасатель. Говорит, купальный сезон в администрации для абаканцев продлили. Пока не на определенный срок, по крайней мере, пока теплая погода держится. Будем дежурить на пляже. А со скольки до скольки? С 10 до 10, как обычно.